выдать ничего не хотите? Ну вот там кто-то вот этот. Так, о, вот это, а да. Это, что за рыба? Это что за рыба в мешках? Это селядка. Проходите, посмотрите внутри. Давайте я тоже сниму. А вот это вот. Вот это что за рыба? Вон пример, стерлядки. А, вот это все? Да. Да. Все. А в коробках что? В коробках тут сугун и икра. Дальневосточный. Ага. Дальневосточный. Так, а вчера... Помогите мне, пожалуйста. Здесь что? Тугун. А кто понимает? Тугун. А я понимаю. Да тугун. 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 Здесь что, тоже тугун? Да, да. Там тугуны, и там тоже так вот же. Не, ну открывайте, открывайте. Сейчас, стой, стой. В коробке что там? Тоже тугуны. Не, просто посмотреть, убедиться. А в коробке что? Нет, вот. Ну давайте. О, икра черная. Обратите внимание, обнаружена черная икра в банке светлого цвета. Вот, посмотрите, пожалуйста. Предположительно, рыбы семейства осетровых, породы осета. Обратили внимание? Зафиксируйте, пожалуйста, понятые. Так, это пустяк. Получается, проходите, смотрите, рыба семейства осетровых сидит в высоком.